не виделись. Это наш номер в гостинице. Есть большая комната с столиком и стойкой, где мы кушали и хранили всю технику. Две кровати, на которых мы спали. Выход на наш балконище. Мы им практически не пользовались. Только вещи сушили. И комната, где спали мама и папа. Вот такое пространство для жизни. Это второй день на острове Кипр, город Лимассол. Мы собираемся идти на завтрак. Завтрак отправляется к нам в пузико. А мы отправляемся на море. После вчерашних заплывов в маске мы хотим еще и побольше. Поэтому сегодня в выпуске будет очень много рыбок. Сейчас 10 утра, на улице плюс 35. Движение в городе минимально, машин мало, а людей вообще нету. На Кипре удивительная природа, климат очень сухой и жаркий, но листва на деревьях очень сочная и насыщенного зеленого цвета. Никаких намеков на желтые и сухие листья. А дождей тут летом вообще не бывает. Переходим дорогу. Все светофоры на Кипре работают исключительно от кнопки. Нажимаешь, чтобы перейти дорогу. И зеленый свет для тебя зажигается практически моментально. Для того, чтобы люди не толпились на разделителе, пешеходный переход везде смещен на несколько метров. Так места хватает для всех. Чаще всего его даже больше, чем надо. Удобно и безопасно. Сил ждать больше нету, бежим на пляж. Оставляем вещи на шезлонге, вооружаемся масками, доплываем до места и заныриваем. Я немного помолчу, просто посмотрите на этот прекрасный подводный мир. Bye.
Согласитесь, это нечто. Такое изобилие разных красивых рыбок. Глазам приятно, и физически это ощущается очень приятно. Ты как будто паришь, а не плывешь. Море – вода соленая, из-за этого ее плотность выше, чем у пресной воды в речке. А это значит, любому телу, погруженному в соленую воду, сложнее утонуть. А знаете ли вы, почему в море вода соленая? Все очень просто. Круговорот воды в природе. Вода, испаряясь над океанами, выпадает в виде дождей над сушей, подпитывая таким образом реки и грунтовые воды. Соприкасаясь с землей, вода растворяет соли, которые в ней содержатся. И под силой гравитации реки несут в своих водах частицы солей обратно в моря и океаны. После возвращения воды обратно в океаны, она опять испаряется, а соль остается. Таким образом, каждый раз море и океаны становятся все более солеными. Вот в таком мире мы живем, дамы и господа. Время летит невероятно быстро, когда ты не в школе или на работе. Чтобы его не терять, мы возвращаемся в отель, потому что на подземной парковке нас уже ждет транспорт. За скромную плату, без всякой бумажной бюрократии, отель любезно предоставил нам этот шикарный автомобиль. Впереди нас ждет дорога, скорость и шум мотора. Все, что хоть немного в жизни сближает нас. Не для счастья надо быть с тобою рядом. Ну, вы поняли. Впереди третий день наших приключений. Уже скоро мы увидимся снова. Ну а пока что, как сейчас принято, жми на все кнопки и ничего не пропустишь. Удачи, сестры и братья!